Всем привет, с вами котики. Мы будем сегодня играть в новую игру, ну, которую второй часть Майнкрафта. Второй часть Майнкрафт в эфире. Ой. Так. На компьютере мы его продолжаем. Вот на телефоне было. Ладно. Ну, хорошо, что на компьютере. Так. Сейчас. И... Не дома. Ой, залка. О. Я стал Стивом, потому что еще. А вчера на телефоне как-то было, что я Зюлка. Смотрите, я могу бегать вот так. О, это куда? Просто. А зачем они мне? Еще. О, семья. Я тебе нужна. А как тебя нормально убить? У меня... Так. Всё. Так. Так. Я знаю, как делать вестарк. Это нам нужны блоки. Это нам нужно взять, ну, деревья. А вот. Подожди, а я могу так? Получилось. Я буду вестарк. Буду сделать. Вестарк. Хватит уже. Все. Так. Да, получается вестарк. Так. Так, а как? Так, я хочу... Да. Так. Смотрите. Вот это пистар. Он похож как... Смотрите. Так. Нет, так. Нет, нет, нет. Так тоже не так. О, да что сек? Ну не, мы оставим.
Ну ладно, странный какой-то. Так. Что книга? Из него сделать можно лодку. Из него можно сделать другие, например. А это тогда на что? Это песпана? Мне кажется, что это песпана, да? Что можно сделать? Что-то угодно. Так. Мы проверим. Смотрите. Я вам покажу, как она открывается. Короче, я не буду делать из людей дом. Это недолго странно будет. Как? Нет. Ну, она чуть-чуть не нужна эта дверь. Господи, как она странно ломается. Так. Ну да, это же, конечно, понятно. Ребята, посмотрите, тут паук. Ребята, я только что увидел паука. Видите, ребят? Смотрите, тут паук. Вот он паук, ребят, смотрите. Это вообще я не видел пауков. Что-то скелет ходит. Два скелета, здорово! Смотрите, я увидел на глазах только что скелета. Он, кстати, не идет под воду. Они, кстати, меня не видят. Ты не успеешь меня. Вот я не видел. Скелет, здорово, братан. Ребята, еще тут крипер, смотрите. Еще тут крипер. О, еще два крипера. Затем? Смотрите, два крипера. Скелет и паук. Два скелета? Два крипера. О, кстати, не знаю, что они и что тут они. Я, кстати, что-то нашлась. Я добился зомби. Правда, он затем мне.
Лапка не стоит. Смотрите, я видел спуски. Это зомби опять тут ходит уже! Ты чё, ко мне в гости собирался? И чё такое? Чё вы видите? Два зомби! Хотели привезти мой гость. Отстань! Ай, у вас тут два, три! Быстрее, пиццы! Смотрите, ищите ты! И смотрите, еще белка. Вы что, ко мне идете, чувачки обои? Сейчас, я вам помогу. Собачки, не волнуйтесь. Так, роза синяя. Давай быстрее! Я тоже. Это очень странно. Так. О. Так, всё. Они уже что, горят уже эти? Ты что ко мне? Сгори уже! Ты что такой быстрый? А это мой Васе. Так. Чего за пауки у вас, кажется? А почему? А почему? Расстаться все же нам присло. О, смотри, один твой. Ну, тут горис. Ауч, ауч. Я хочу свою кость дать собаке. Ты что опять? Ты что такой быстрый? Скажи мне, а что ты не горишь за солнце? Я сейчас что тут? Быстрее бежим! Собачка, тут такое дело! Смотрите, ниндзя. Давай, давай, скорее! Ауч, больно! Ауч! Так. А кто-то вообще зомби горит. Чего ты конези? Ну, здорово! Здорово! А почему вообще не горит от солнца? Чего это за жара? Да, собачка? Ребята, а кто вам нравится? Коськи и собаки! Господи, у Зани! Собачка, бежим!
А. Собачка, быстрее бежим. Ребята, почему дети горят, а все это солнце? Оп, дитю. Здорово ты, дитю. А здесь? Ты что, так ходишь? Дай-ка я. Ну, делать все с этими. И, ребят, подожди, собаки развили. И чё? Его собаки. Ищу тебе. Ребята, ставьте лайк, если вы любите собачков. Держи, собачка. Собачка, держи. Собачка. Я, ты куда? Ну, вот, еще стрела. А там какие... Собачка. Я назову тебя Соником. Нет, слезы это идут. Меня от этой собачки самый хороший, хороший даже от слезы идут. И музыка тоже от слезы идут. Так, а что-то у нас в верстаке? Нити и палки. Ага, и так получается. А я могу нить получать? Лук. Я хочу, чтобы я получил лук. И получить себе кросы. Так. А сколько все? Это что, а база так продается, ребята? Так. Так. Это похоже как на жвачку. Бочка. Бочка. Похоже. Похоже так на мини-лодку. Ладно. Я думаю, что это класс будет. Ну, поэтому... О, не тебя, куда? Не тебя! Ауч! Это я собаки лосе и чё? А чё, и давать только косточки лосе? Я не знаю. Я скелетов... У нас скелетов нет. Вот это я не могу взять косточки. Я собак, ребята. Не могу взять косточки. Я собак очень. Я хочу думать, как получить... Я не знаю, как получить верстак. Ой, я знаю, как получить верстак. Хотя... Ну, потом мы получаем это. Из него мы делаем верстак. Да, хорошая у меня собачка.
Иди ко мне, иди. Опять я упал. Ну ладно, я тебе за это извиняюсь. А как построить тот дом? Я тут знаю. Его не надо так делать. А чего так ботинки нельзя так делать? Да, ребят, не делайте ботинок. Ой-ой-ой. Ок. Я, смотрите, могу что-то взять, да? Ты слышал только что звук? Что тебе нравится? Так, а что тебе... Соник! Хватит уже идти под дерево, Соник! Ребята, ставьте лайк, если вы любите собачек и кошек. Я два ебью. Я два конечно ебью. Ебью. Ебью собак и кошек. Меня это радует. Соник, блин, ты где? А вот ты. А он тебя ударит все, а ты зуми. Нет, он зуми тут не будет. Я вот спрячусь, а ты его подашь. Не. Хороший. Сейчас пройдешь. Да, там пимость посадочка. Знаю этого котики. А вот. Так. А что, из него можно делать палки? Не разных цветов? Так. Я сделаю это. Сейчас проверим этот звук. Так. Она ставится вот туда. Я сужу какую-то деревню. Да хватит зомби. Я слышал только что звук у деревни. А где тогда деревня находится? Она что-то идти у нас? Я вообще не знал, где деревня до идти живет. Подожди. Кроп, подожди. Мне надо найти деревню. Ну как вообще? Не знаю, как. И где найти деревню у нас? Она что-то далеко идет. Сейчас проверим.
Ребята, вы знаете, где деревня? А ё-моё, тебе успехи не хватало. Ещё ладно, ищу тебя тут. Достань еще, Кибер! Пойди за ними. Я только что его. Я увидел только что зомби! У нас! Я хочу спускаться на месте. А ты что тут делаешь? Не просто очень так пойти в деревню. Я слышал только звук. Я вижу, кто у меня спит. Драки у нас. Господи, уже часть вторая. Здрасте. Ого, ты чуть меня не попал. Ауч, больно! Отстаньте! Собачка, Соник, помоги! Где это Соник? Соник, собачка, блин, ты где? Собачка, ну ты где? Ауч! Давай быстрее погоним им! Собачка, мы не погоним! А ты кто такой? А, тебя не знаю! Маленький зомби. Ну чё с ним? Вот он у меня один подписчик.
А кто это? А тетя, кто это? Извини. Я с вами пойду. И как найти вообще деревню у нас тут? Как это возможно найти деревню? Это сложно найти деревню. Это за... Как найти? Как найти деревню с этого кода? О, смотрите, скет. Давай поздороваться. Я только тут зайдем ее, пожалуйста. Ау! Это не просто кажется найти нас в деревне, так просто. О, смотрите, черепаха лежит тут. Давайте я его убью. Постойте, а что там? Я просто хотел найти деревню, а я уже нашел. А это что, просто было, оказывается? Я вообще никак-то не нашел деревню. Я хочу с ними там жить. Сейчас найду деревню. Не спас. Зайди! Да за что мне это все? Я хочу просто найти деревню, где посыпать. Я без дома остался. А как? А можно убить этих лошадок? Кто там будут? Что тут такого? Ё-моё, ребята, как найти вообще деревню? Я без дома не достался. И как мне найти себе деревню? Если там никого нет. Игроков нету, никто нету. Зрителей даже нету. Деревни нету. Знаете, я попал в этот мир. Я хочу просто мир и найти себе деревню. Это какая-то фигня. Что за фигня тут происходит? Что за здесь? Это что, какой-то хуит Тетюса? Нет, не испугать никто. Ого, смотрите. Что это? А где вообще это за деревня? Скажите мне. О, ой, дура. Посудка.
Уберите меня отсюда! Опс. Я, кажется, лауху. Я, кажется, лауху попал. Сейчас. Разлаю. Вот это. Только, наверное, вот. А как уже? Да ё-моё, вот этот его мне постепут. Пусти скорее. О, зомби, может, меня так ударит. Все, спасибо. Спасибо, что ты мне так помог. Что ты мне помог. Спасибо, зомби, что ты мне помог. Не зайся. Скучал по тебе. Чтобы он типа скучал. Хорошо. Что? У меня вот Дарья, ура! Все, вот тут покатался. А то это меня отдал. Айо, ты здесь есть. Айо! Ребята, еще тут дочечек. Господи, как я уже долго. Я уже когда-то уже сплю. О, это свинога. Ладно. Господи, только ладно его. Ладно. Отъелась. Ай, милышка. Что с тобой? Вообще тут вода не носилась. Все, чтобы до конца она не началась. И что не началось? Просто перепрыгал и еще. С
Майнкрафта. Всем до свидания, всем пока. Скоро до встречи. По нас всем. Весенний. Пока.